Три узнагароды завоевали коллективы Гомельской области по выниках 8-го международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожский карагод». У наших танцоров дипломы за первое, второе и третье место. Переможцы фестивалю и свежие уражения его удельников у наступном материале. Сёлетний танцевальный форум с уделом танцоров с 22 краин свету оправдал чаканье удельников и гостей своей неповторностью и яскравостью. Самобытное мастерство у конкурсных программах показали танцоры с трех континентов. У першиню коллективы из Индии и Шри-Ланки. При такой колькости колоритных коллективов и шматгранности хореографичных номеров выделить пероможцев непростая задача. И тем не меньше имены пероможцев огучены. Вельми гонорова, что сярод номинантов и гомельские коллективы. Хореографичный ансамбль Державного колледжа мастерства имя Соколовского с композицией «От первой особы» стал лауреатом первой ступени у номинации «Конкурс балетмайстерских работ. Сучасная хореография». Конечно, девочки очень рады. Мы друг друга поздравляли, обнимались, мы понимали, что работа совместная. Сейчас я чувствую благодарность. Благодарность организаторам фестиваля за организацию этого форума, за возможность выйти на сцену, за возможность пообщаться с участниками других коллективов, участниками коллективов из других стран, посмотреть на них за кулисами. Это очень интересно. И еще одна узнагорода гомельчан – народная студия сучасной хореографии «Теплообмен». Так само Гомельского державного колледжа имя Соколовского взяла диплом другой ступени у номинации «Сучасная хореография». Серед переможцев 8-го международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожский карагод» и коллектив, який представлял Капаткевицкий городский дом культуры Петриковского района. Артисты удостоились диплома третьей ступени у номинации «Фольклорно-бытовый танец». 8-й международный фестиваль хореографии графичного мастерства «Сожский карагод» засвечил запотребованность танцевальной культуры. Суместная творчесть сближает людей, да помогая переодолить иснующее отрознение, забыть про километры и межи, какие нас поделяют. Настасья Кучинская, Дмитрий Радянко, отель «Радио компания Гомель».